Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как я обещал, определение будет победителя еженедельки прошлой. Не было у меня просто времени с обновой, поэтому немножко перенес определение. Что, как обычно, еженеделька, у нас был стрим в прошлый раз, сейчас мы его будем искать. И начиная с этого стрима по понедельник, то есть по утро. Утром у нас понедельник была обнова, то есть до первого видоса, до обновы у нас сейчас будет подсчет количества видео, и соответственно через рандомайзер мы, как обычно, выберем победителя, и я с ним спешусь, и уже будем определяться по поводу приза. Посмотрим на аккаунт. Так. Сейчас я позакрываю все лишнее. Скрою админ панельку, как обычно. Такс. Поехали, будем искать. Так, видео. Так, неделя назад. Определяю победителя. Это 2 недели. Так, вот он, и берем. Топ-1 в лабиринте, да. Топ-1 в лабиринте. Определяю победителя. Значит, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Атака фортов, это у нас была последняя, да. 36 видосов. Окей. Поехали. 1.36 генерировать. Так, 6. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Топ-1 на Тайване. Как это было? Окей. Поехали, посмотрим комменты. Еще раз вам напоминаю. Если ваших комментов нету, их кинуло в спам, не спамьте 2 раза, потому что я не буду засчитывать победу. Все, что попадает в спам, я все отсюда вытаскиваю, в итоге потом просто проверяю, или человек спамил или нет, как обычно. Поэтому тут ничего сложного, думаю, в этом нет. Так, комментарий одобрен. Так, еще. Так, есть. Есть, есть, есть. Так, поехали. Комменты мы все открыли. Я не считаю, сразу говорю, я не считаю видосы, которые скрыты, может, вон там кто не видит, оно немножко сместилось, вот есть ограниченный доступ, это видосы, которые еще недоступны вам, поэтому они в счет не идут. Так, 36, где оно уже делось? А, вот топ-1 ранг. Есть, копируем полную ссылку. Так, не сюда, рандомайзер.
Ссылочка, поехали. Поехали определять. Так, кем ты работаешь? Самый популярный вопрос. Поехали дальше. Да, кстати, поздравляю, спасибо. Так, Дмитрий Погорян. Эх, авось и повезет. Окей, поехали посмотрим на его канал. Так, авось и повезет. 3-5 дней. Так, топ-1 ранг у него есть. Отлично. Смотрим подписки. Подписки есть. Здесь все условия выполнены. Так, ВК, сейчас я включу ВПНку. Зачем было блокировать? Тут я не могу понять. Вечно нам проблемы создают. Ребят, для тех, кто не знает, как участвовать в конкурсах, есть видос на стартовой страничке. Там вы можете все посмотреть, что как надо делать. Специально для этого записал отдельный видос. Ну давай, открывайся. Да, копирует все полностью подряд. Красавчик. Это видно, что фанат смотрит. Так, ищем видос. Рукит. 15-е, полегче. Есть, вот топ-1. Окей. Ну что, поздравляю с победой. Жду. Жду от тебя данные. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали посмотрим, что там у нас делается на русском сервере интересного. Пак с рогаткой я забрал. Тем, кто не видел, покажу. Ну, я думаю, уже все видели уже скины. Давным-давно я навязки показал. Ну, честно говоря, такое себе. Меня не особо рогатка впечатлила. Вот так вот теперь выглядит, как снеговик. Зачем было это делать, непонятно, но разработчикам виднее. Видите, какая у меня бешеная рогатка была. Интересный герой, кстати, используя на PvP локациях, на архе. Тоже смотрится неплохо, вот особенно последний с отражалкой. Кто не смотрел, можете посмотреть стрим, где я ролил Леда Феникса, его тестировал. Ледяного Феникса, точнее, довольно-таки офигенный герой. Протестировал везде, где только можно было. На английском у меня он уже прокачан намного лучше, чем здесь. Запилю вам обзорчик еще обязательно. Что у нас еще интересного есть? Сейчас посмотрим. Так, тут у нас уже по максимуму переролили магазин. И по наградам. Базар, зимняя сказка, большая выгода. Награды, события. Так, что у нас тут есть? Ничего себе, 5 камней, новый талант и 15. Ну, давайте попробуем. Может, вытащим панчбокс. Классный питомец, кстати, очень нравится. Так, две карты. Тоже неплохо. Руки вытащили. Ни панчбокса, нифига, вот так вот. Ну, все как обычно, это русский сервер, тут ничего.
Не скажешь. Так. Что там у нас есть вообще по плюшках? Интересного еще. Да, тут ничего такого интересного даже нет. 75, 100. 2 замка. Вот эти можно пооткрывать, они уже не настолько актуально, чисто место занимают. Какие эти. Так, еще 20 смертушки получили. Ну, это неплохо. Камешек это тоже хорошо. Не помню, сколько у меня там смертушки не хватает. О, отлично, докачаем сразу сейчас максималку. Вот так вот, ребят, все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Продолжайте участвовать, конкурсы идут пока до Нового года. Дальше поменяю, возможно, разыграем на Новый год Окника в онлайне, посмотрим, как оно будет, возможно, не онлайне. Всем удачи, всем пока.